Всем привет, с вами Юмилия. Сейчас мы будем смотреть видосик про аниме за 8 минут. И я сразу предупреждаю, что оно довольно пошлое. Так что кто предупрежден, тот вооружен. Ну а мы начинаем. Наконец-то! Сегодня я поступаю в Сарагу, и там увижу девушку своей мечты. Это он на меня смотрит? Ай, этот мужчина домогался меня. Я ничего такого не делал. Да как ты? Эй, это я тут всех лапаю. Пойдем, я тебя всю обмацаю. Чего? Ты что, идиот? Я могла поиметь с него кучу денег. А я просто Милхантер. Охрана, этот парень домогался меня. Ой-ой, дело дрянь. Эй, вы дрочеры. Чё за... Спасайтесь! Это голубая тундра! Всем покинуть вокзал! Это эра-террористическая атака! Да! Еще один трусанюх! Бегите! Пенис, хуй, говно, жопа! Как же мне нравится говорить пошлые вещи! Да! Руки в ноги съебал, пока я отвлекаю их! Я вообще ничего не понял! Чё за... Слушай, парень... Эй! Мне нужно увидеть восхождение твоей башни. А? Ты немного странная. Эрекция полового члена. Ничего особенного, это все ради науки. Даю слово, твой прибор не пострадает. Вот я сейчас смотрю этот ролик и понимаю, что тот человек, который вообще не видел это аниме, он сейчас не въезжает в происходящее, но суть в том, что в их мире запрещены маты, нецензурные слова и всякие пошлости, даже просто говорить эти пошлости, и, как видите, у них вот эти вот ошейники есть, насколько я помню, которые это и контролируют. Говорят ли они такие слова или же нет. А вот эта девушка, несмотря на свой ошейник, все равно может этим заниматься, носит трусы и нюхает их своим носом, к тому же. И вот таким образом выражается. Вот. Это я объясняю для тех, кто вдруг не смотрел. Хотя я сама смотрела это аниме лет 5 назад, наверное. Может, только чуть-чуть. Ты новенький в этой дыре, да? Пошли со мной в студсовет. А, да, без проблем. Эй, чё за херня? Развяжи меня, сучара! О, нет-нет-нет. Я не собираюсь в этом участвовать. Тебя никто и не спрашивал. Это SOX. Теперь ты мой сообщник по организации SOX, которая вернёт в общество порнушку и шутки про члены. Да. Это правда? Вся твоя мотивация? Какая-то вся суть аниме. У тебя есть яйца вообще? Давай вместе создадим наш новый пошлый мир. Хотя, если откажешься, я просто оставлю тебя здесь. Ты это, блядь, серьезно? Смотри, что у меня есть. Почему ты думаешь, что мне такое интересно? Ты гей? На этих выходных мы устроим грандиозную террористическую атаку. Так, какой у нас план? Сейчас узнаешь. Держи свою униформу. Итак, сегодня сознание социума изменится под давлением величайшей организации SOX. Что это такое? Ох ты ж, у меня там... Так классно. Стойте, не трогайте это. Черт, это диверсия эротеррористов. Анна, сэмпай, нас провели. Ох, черт, связь прерывается. Вот эта карточка. Голубая тундра, я иду за тобой. Я не могу спокойно смотреть на эту персонажку, ну, которая вот была несколько кадров назад. И те, кто смотрел аниме, поймут, почему. Как мы их? Видел, как слюнки у этих девственников потекли, когда они порнушку увидели? Мы просто раскидали карты. Ну ты и зануда. Итак, ты готов к новому испытанию? А, что, нет? Наша задача в том, чтобы раздобыть еще кучу годов. Порева. Я оставила закладку здесь. Сгоняй за ней. И где я тут должен непотребство искать? Что у нас тут? Ух, ой-ой-ой! Ха-ха! Ух ты ж, блядь! Теперь подбрасывай это школьникам. Просто охуенная идея! Как же заебала эта школа. Не делай вид, что не замечаешь меня. Я все же хочу увидеть твою Эйфелеву башню. Да отстань уже. Ну вот ты и попался. Ты еще что за лолька? Замолчи, пес. Помогите, меня похищают. Ничего необычного, обычный день в японской школе. Ну и что тебе от меня надо? Я хочу в SOX. Какой еще SOX? Я все про тебя знаю, сучара. Не понимаю, о чем вы. Ну тогда на ногой въебала. Так, не понял. Блин, ну в этом видосе так много всего срезано, поэтому если не смотрели, обязательно чекните это аниме. Но вы сами понимаете, там пошлости, чтобы вы там взрослые были. Что за херня у вас тут происходит? А знаешь, тут, скажете, Юмилька посоветовала. Это чем еще?
Если мы не можем раздобыть порнушку, то мы должны изготовить ее сами. И как же? Заставим Лольку рисовать для нас хентайчик. Если честно, это твоя первая здравая идея. Отлежи мне очко, а как иначе? Теперь Лоля будет жить у тебя дома. Зачем это? Все ради вдохновения. Не вижу это необходимым. Ты ничего не понимаешь в искусстве. Серьезно? Квартирка у тебя так себе. Надеюсь, ко мне тут придет вдохновение. Что она туда? Поверь, ты влезла, и он так ее перетаскивал. Не увидишь тут ничего интересного. Представь, что меня тут нет. Ой, не сопротивляйся. Анна-сэмпай? Нет, стоп, что за хуйня? Сейчас я покажу тебе свою любовь. Ночка будет жаркой. Продолжайте. Почувствуй мою любовь. Что у вас тут? Ой, как неловко-то получилось. Это определенно то, что мне было нужно. Большая часть звездеца была срезана, честно скажу. Там это было в ярчайших подробностях. Рисовать. У меня для вас охуенное предложение. По моей информации, кое-где припрятана куча порнушки. Так, я против. Продолжайте, не слушайте его. Огромное количество разных жанров. Школьницы, милфы, большая грудь, БДСМ, анал, неойчик, фури тема, хентай с тентаклями и куча всего еще. А насчет полиции не беспокойтесь. Мы отвлечем их с помощью школьниц. О, если да. Вы думаете, что этот персонаж поверхностный, то это не так. Она там рассказывает свою мотивацию. А у нас много соратников среди учеников академии. Не видел ни одного. Я тоже. Вперед на поиски клада, господа. Ой, а я вам печенек сделала. Довольно странный вкус. Ну знаешь, я добавила там немного. Немного чего? Телочьи спермы. Да! Какого хуя это вообще было? Странно, что это было и в моем печенье. Да она еще извращеннее тебя выходит. Ой, а что вы тут обсуждаете? Я бы очень хотела узнать. Пора искать хентай-журналы. Анна? Короче, у девки совсем бошку пизда снесло. Пизда вам! А куда вы убегаете, ребята? Давайте вместе окунемся в пучину любви. Ты должен найти журналы. Я иду! Должно быть тут. Манга? Чё за нах? Здесь только йой? Нет, твою мать. Твой хваленный клад — это 20 журналов с йоэ. Ну знаешь. А, смотри. Супер-вибратор! Что? А ты еще кто? Помоги, за мной менты гонятся. Бежим. Черт, куда они делись? Спасибо тебе, братик. Давай не в такой пошлой интонации, ладно? Не думала, что ты фанат Лоли. Подожди, а что ты вообще тут делаешь? Заткнись, сценария этого нет. Кстати, у меня голова на хуй похожа. А еще я хочу сок с минера... Чего? Родители не любят. Вы приняты. Че ты забыла на моем матрасе? Огума-кун, потрудись объяснить эту ситуацию. А, в смысле полуголая девушка у меня в кровати? Я она одета вроде как. Сестра, мне так нравится спать с братиком. Ой, извините, сорвалось. Всем плевать, кто я. И я была назначена, чтобы очистить вашу академию от пошлостей. Начнем с этого. Баскетбольное кольцо? Что? Мальчик, если ты еще зеленый, это твои проблемы. Слушай, тебе не кажется этот инспектор странный? Да я вообще в ахуе. А это что? Нездоровая литература. Конфискую. Нет, это просто журнал об игре на необычных музыкальных инструментах. Игра на... Плейте после занятий на двоих. Почитала. Занесено в список одобренной литературы. Я сумасшедший мужик, одетый в грязные труселя и... Нам плевать. Я же даже не рассказал свой план. Сфоткай себе вон с этого долбоеба. Я уничтожу этот мир, заполнив его грязными трусиками. На воздушном шаре. Тогда мы должны тебе помешать, наверное. У меня заложники, сдавайся. Хотя, что же это такое? Да, на мне самые грязные трусики. Причем мои же. Да где такое видано? Небольшая у тебя пушка, знаешь ли. Ты отсосал знатного хуйца. Признай поражение. Вы еще услышите мое имя. Да-да, расскажешь. Ну вот мы и спиздили его шар. Так-то оно так. А теперь мы летим навстречу неизведанному. И не знаем, что будет с нами дальше. Но нас запомнят как организацию СОК, спасшая этот мир от кучи грязных труселей. А с нами что будет? Да хуй его знает. Я не подумала, как мы будем спускаться. Тогда на прощание скажу, что это будет... Было лучшее время в моей жизни. Лол, я пошутила. Шар сам скоро сядет.
Этот смех, он офигенный. Я обожаю просто, когда в аниме добавляют такого рода смех. Ну, блин, он восхитителен. Думаю, вы со мной тоже согласитесь. По поводу ролика, он очень скомканно описал это аниме. И если вы взрослый, реально посмотрите его, оборжетесь. И мне тоже самое хотелось бы его даже пересмотреть в какой-то момент, потому что концепция вот этого мира без похабных пошлых шуток и всего такого довольно интересна. И мы в этом аниме как раз-таки видим все последствия происходящего. Вот абсурдное снимание баскетбольных колец и как у девушки вроде бы такой скромной, милой, сносит в какой-то момент бошку. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, видосик поднял вам настроение. Ну а с вами была Юмилька, и всем пока!